Бежали с курсов, пришли за кофе, потому что заниматься без кофе невозможно. И мы здесь будем есть. Куда мы едем? Куда едем, зовет? Можно, да, где-то наверху умер? Да, что там? Пас-пас? А, Саныч. Bir tane su. Kahve? Kahveleri göndereyim ben. Nasıl olacak? İki tane sade. Sade kahve. Hmm. Tamam. Nakit var mı? Kart yok. Мы сбежали с курса, сели поесть и попить. Я хоть и позавтракала. Ты позавтракала, кстати, сегодня? Угу. Вот сегодня, по-моему, будет дождик, поэтому состояние такое неприятное. Ну, смотри, вообще нет солнца. Зонечка тоже нет. Вот. Ну, где-то он точно идет, мне кажется. В общем, погода испортилась. Надо срочно пить кофе. У нас, конечно, кафешка такая уличная, самая простая, но в ней что-то есть, мне кажется. Нам два граненых стакана принесли кофе. Воды, главное, не принесли, но стаканы принесли. Купила. Вода наша. Ты кофе с пенкой. Ты умеешь кофе с пенкой варить? Вот дебек у меня получается. Дебек сам по себе, да. С пенкой, да. А этот нет. Вот в маленьких бокалах можно... Что? Да. Можно пополнить проездной. Привет. Еще раз мы закончили наше ткачество и направляемся пешком, прошу заметить, в торговый центр. Да, нам нужно кое-что там посмотреть. И мы находимся в историческом районе. Здесь сейчас будет, наверное, каменный мост. Мы, наверное, его увидим. Да? Вот она, наша прекрасная мечеть. Одна из самых ближних мечетей на Ближнем Востоке. Ну, якобы так говорят. Больших. Из самых больших, да. Но она и правда большая. Камера не передает всего внушительного размера. Но она, правда, большая. Даже немножечко жутковато от ее вот мощи. Часто на здании Хаданы можно увидеть имя Сабанджи. Это миллионер, который родом из Аданы. Он сейчас покоится в Стамбуле. Он сделал очень много. Его, и многие заводы и фабрики принадлежали ему. Кстати, что это такое здесь происходит? А, культурмеркези. Вот еще смотрим культурмеркези. Здесь тоже могут быть курсы. Но сюда, конечно, ездить ужасно. То есть вот пытаются что-то в порядок. Это не самое приятное место в Адане. Как бы вам объяснить? Это не Чарши уже, но вот здесь вот через вот граница, да, вот там начинается Юриир. Юриир считается не очень благополучным районом, хотя там есть неплохие квартиры, дома новостройки за приемлемые цены очень. Но не знаю насчет того, как бы жить там, не уверена, смогла бы я или нет. Мы будем ходить по опасным местам. Не, мы туда и не пойдем, мы просто идем по границе сейчас. Так, побежали, Катя. Здесь какое-то строительство. А вот он, каменный мост, видите? Он принадлежал трем империям: византийской, римской и османской. Очень старый. Нашу речку-вонючку, ну я шучу, конечно, она не вонючка, она совершает очень полезную функцию. Ее спускают на зиму, потому что зимой сезон дождей, чтобы не было разливов. И это Хилтон отель, это отель Шератон. Смотрите, как я несу рюкзак. Потому что у меня фобия в людных местах, что у меня что-нибудь сопрут.
влезут, порвут, порежут. В общем, я такое. И еще у нас на улице 25 градусов. И Новый год. У нас поставили елку. Кстати, в прошлом году, по-моему, ее не было. Ты не помнишь? Не было. Не помню, но красивая, кстати. 25 градусов. Мне кажется, даже больше на солнце. Красотка какая, елочка. Я скучаю по елочкам. Если бы не эта елочка, я бы уже забыла, наверное, что Новый год скоро. Огоньки, прошу заметить, горят. Но они говорят, огоньки их не выключают. Фу, я хочу куда-нибудь сесть. Мне так жарко. Так вот, Адана очень коварный город, особенно солнце Аданы. Но отличается тем, что когда оно уходит зимой, становится даже очень холодно. А сейчас прям вот пекло. Я иду и мучаюсь. Оптимум – это, по-моему, первый торговый центр в Адане. Первый самый. Самый популярный. И тут еще одна елочка. Тут красивее, но поменьше. Красиво украсили, да? Султан Сулеймана рекламирует цены. Да, кстати, Optimum — это аутлет, и здесь неплохие цены бывают. Вот и Пикьё — это мультибрендовый магазин здесь в данном случае. Раньше, по крайней мере, был, сейчас не знаю. Мой любимый Ватсон. Я обычно стою, читаю этикетки в Ватсонсе. Просто такой огромный выбор всего, что купить. Когда не знаешь какие-то половины марок, очень сложно разобраться. Поэтому я стою часами, читаю этикетки, пока меня не выгонят из магазина. Что это такое? Какой-то серум, но он фон пролился. See the essence lama? Прикольный очень тоник. Была такая вода Перье, кстати, очень похожа. Такие прикольные. Катерина сказала, что типа у нее это выливается. Да, значит, они с этим силиконом, да, с виноградом. О, сыворотка. Как будто воском. Воском, да? Так трогаешь, как воском. Мне вот эти маски не понравились. Они такие силиконистые, их так хочется смыть. Ну, их и надо смывать, кстати, да. Я тоже брала. Ну, я брала панду этого Аслана. Вот, тигр и... Забываю по-русски, не могу сказать как. Котик, моментально короче. Приводящая в чувство маска. Я держусь, чтобы вообще ничего не купить, потому что у меня все есть. Мне нужна тушь. Ммм, так вкусно пахнет. Это какой? Это вот для рук. Да. Так мне хочется, девчонки, розовые волосы. Вот эти коралл, эти розовые. Ну, искажается цвет. Вот хочу такие волосы. Не знаю, получится у меня, как вы думаете, или нет. Я тут склоняюсь по магазину, потому что мне ничего не надо. Я сдерживаюсь, точнее. Я решила ничего не покупать. А хотела вам, знаете, что показать. Вот смотрите, кесе, которую используют в хаммамах. Она, я так понимаю, делает пену хорошую. И она как мочалочка, она такая жесткая. Турции любят всякие мыла полезные из оливок, из молочка. Я забываю слова по-русски, скажите мне, как я вам скажу. Из, в общем, полезных всяких ингредиентов, вот лимон. Но я не очень люблю пользоваться мылом. Вот знаете, что мне приглянулось? Хочу взять мыло, которое пенное. Ведь оно жидкое, и оно выходит как пена. Он, мне кажется, очень прикольно. Апельсины, смотрите, есть. Что еще у нас есть? Фреш. Оливки, естественно, розы. Ну куда же мы в Турции без роз? Нюхачи пришли в Зару. Здесь какая-то новая коллекция парфюма. Очень все приятно пахнет. Я опять сдерживаюсь, потому что у меня полный ящик парфюмов. А вот Катя не будет сегодня сдерживаться. Будем ей выбирать. Девочки, смотрите. Ебани вот. Вот этот, кстати, аромат просто бам. Вот просто бам. Я вот всегда задавалась вопросом. Почему в торговых центрах днем столько народу? Что же здесь в выходной творится? Можешь себе представить? Они что, все не работают? Вот ладно, мы не работаем. Но они-то почему не работают? Очень много книжек по саморазвитию. Смотрите, раз, два, три, четыре стенда. Много. Я все пытаюсь найти ответ, но не могу найти его. Помните, «Секрет» был давным-давно популярен? Тут несколько частей. Герой, «Секрет». Замечательное название.
Сиктер эт. Это значит, пошли все на далеко и надолго. Согласна, иногда нужно так сделать. Хаята хич бюршей сэнден онэмли дэй. В этой жизни нет ничего важнее себя самого. Красиво, да? Bye-bye. Друзья, еще раз, уже не знаю, какой за сегодня дубль и насколько получится этот влог, маленький, большой, не знаю, насколько я наснимала, как понять, тоже пока что не знаю, поэтому, не поэтому точнее, а все равно продолжаю снимать, потому что его надо логически закончить каким-то образом. Так, сегодня у нас 11 тысяч шагов, сейчас я вам покажу. 11 733 шага. Курсы заканчиваются в 12, сейчас время 5:30. Я пришла домой только что. Кстати, я постриглась. Вчера я вам говорила или нет, я не помню, в прямом эфире. Я постриглась, но я уверена, что вы скажете, а что, что-то изменилось. Вот я тоже считаю, что я ничего не сделала. Точнее, мне ничего не сделали, да. Вот мне укоротили вот эти вот завлекалочки. Все. И чуть-чуть подрезали концы. Волосы стали такие более ровные, более упитанные, что ли, напитанные, но я хотела покороче. Через месяц пойду снова и постригусь. Как вы считаете, нужно постричься или нет? Я не хочу отращивать волосы, не хочу себе косу до пояса, хочу чтобы вот у меня были волосы, наверное, вот такие. Вот возле лица хочу вот такие вот короткие, а далее уже могут быть чуть подлиннее. Вот это для меня что-то непонятное. Я попросила мягкий овал, но получилось вот так вот. Ну, может быть, так оно и лучше даже. Так оно и лучше даже, как знать, чтобы такие пряди обрамляли лицо. Красиво, когда хвост делаешь, они вот так вот вылезают. Да, мы сегодня продуктивно потрудились, отлично походили с Катей. На минуточку, кто живет в Адане, вы поймете. Наверное, что это большое расстояние от Чакмак Джаддеси. Мы дошли пешком до Оптимума. От Оптимума мы дошли до вокзала пешком и там сели на автобус. Можете себе представить. Практически 12 тысяч шагов, при том, что мой браслет, он занижает шаги. Мы слонялись по Оптимуму достаточно долго, потому что искали парфюм. Изначально был парфюм, был план купить парфюм Zara, но как-то вот я отговорила Катю покупать Zara, потому что они вроде бы вкусно пахнут, но они совершенно не стойкие, абсолютно. И лучше купить что-то подороже, но более стойкое, более качественное. Вот. Парфюмы я люблю, Катя тоже нюхач, мы обе с ней нюхачи, поэтому нюхаем. Нюхаем, нюхали все. И нашли, кстати, турецкую марку от Левантов. Чтобы вы понимали, в Турции полно от Левантов. Сейчас вы подумаете, что ты вечно какие-то от Леванта нюхаешь. Здесь очень много от Левантов. Прям официальные магазины от Левантов в торговых центрах есть. Вот мы нашли какой-то магазин, но я плохой блогер, потому что я не помню его название. Вот в чем дело. Но вот у меня на руке, на запястье сейчас Gucci Flora один в один. Просто один в один. Шлейф один в один. В общем, варианты найти копии есть, но я копии не люблю. Я не люблю копии парфюмов Zara, потому что их на себя нужно вылить просто вот, просто очень много. Да, в Турции сложно быть парфюм-маньяком, потому что здесь парфюмерия в полтора раза дороже, чем в остальных странах, потому что очень высокие налоги. Я уже, мне кажется, 21 раз об этом рассказываю всем. Но есть хорошие турецкие марки. Именно турецкие, не от Левантов, а оригинальные турецкие марки.